Ситуация в российской армии напоминает скотный двор из одноименного романа известного английского писателя Джорджа Оруэлла. Так считают авторы статьи в американском журнале Forbes. Голодные, недосыпающие, избиваемые офицерами и сослуживцами, возможно, занимающиеся проституцией, чтобы прокормиться. Так описывает издание российских военных. Недавно стало известно, что четверо солдат занимались мародерством на месте авиакатастрофы самолета польского президента. Они украли банковскую карту одного из погибших и сняли с нее крупную сумму денег.